Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Меня зовут Владислав Кислицын. А вас, подписчиков нашего канала, на днях будет уже 50 тысяч. Как говорится, пол дороги до соточки, до серебряной кнопки. Поэтому я думаю, что нам с вами есть смысл это дело отметить. Для меня это очень важное событие, потому что для меня «Русская дымка» — это 3,5 года жизни. Не только работы, но и жизни в полном смысле этого слова. Я на канале «Русская дымка» от 1000 до 50 тысяч подписчиков с моими сотоварищами, которые помогали в кадре и за кадром развивать этот канал, за что им огромное спасибо. И, конечно, самое главное большое спасибо, друзья, вам за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, за то, что с нами, за то, что друзьям рекомендуете. Поэтому есть такой замысел. Где-то через недельку, через 2 недели, давайте обозначим срок, 2 недели, отметить эти 50 тысяч. Я думаю, к тому времени нас будет уже больше, но надо же подготовиться к празднику. Поэтому я предлагаю вот что. Будет у нас специальное видео, может быть прямой эфир, может быть запись, может и то сделаем, где поговорим о том, что мы за эти 3 с лишним года сделали, какие у нас были вехи в развитии канала. И, знаете, я лично очень люблю то, что называется творческим самовыражением, художественной самодеятельностью, в общем, как хотите, назовите. Мне очень нравится, когда наши подписчики сочиняют стихи, поют песни, еще что-то такое делают, картинки рисуют. Поэтому давайте под общей такой самогонной нашей тематикой устроим небольшой творческий фестиваль. Обозначим его через хэштег «Русская дымка». Соответственно, во всех социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютьюбе, в Инстаграме, везде публикуйте свои работы, стихи, песни, картинки, все, что у вас получится, видео какое-то, посвященное самогоноварению. Самовыражайтесь как хотите. Я пока не формализую какие-то условия, не говорю, что будут какие-то первое, второе, третье место, но я обязательно буду просматривать во всех сетях все ваши творческие работы, и то, что мне больше всего понравится, обязательно покажу здесь на канале «Русская дымка» с упоминанием автора. Поэтому, если у вас будет желание, оставим упоминание вашей странички в ваших соцсетях как автора произведения. Не напрашиваюсь, но тонко намекаю на то, что нас можно поздравить с 5-10-тысячным юбилеем канала. Но это не главное. Главная наша тема – это самогоноварение, творческий фестиваль «Русская дымка», хэштег «Русская дымка» под всеми вашими произведениями. Ну а от себя какую-нибудь приятную, развлекательную, познавательную и, возможно, призовую программу мы подготовим и ближе к делу о ней расскажем. Ну а на этом у меня все. Я жду ваших работ. Самые интересные получат признание столько, сколько вас есть на нашем канале. Ну а если к этому времени, через 2 недели, напоминаю, через 2 недели будем подводить итоги, нас будет уже не 50, а 60 тысяч, тоже будет хорошо. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь и рекомендуйте нас своим друзьям, потому что у нас интересно и у нас в ближайшее время куча интересных, мощных новинок. На этом на сегодня у меня все. Вы были на канале «Русская дымка». Цените натуральное.